Азалия, что, в лагерь хочешь, нет? А? В лагерь хочешь, нет или не хочешь? Если бы я не хотела, я бы не поехала. Правда, Азалия, шухадарам, честно говоря, тынкан город-то. Мэктэп, это ухабытмэган, это последний звонок бумаган, языковой лагерь трахында. Вот меня найдите, языковой лагерь. Я хочу подтянуть английский язык, я хочу совершенствовать владеть. Английский шухадарам подтягивает-то только ради того, чтобы уехать, учиться за границу. Представляете, ма? У нас вообще выпускать можно за границу? Учиться? Я не выпускать, не выпускаю. На самом деле, Дустар, мой путь английского языка начался в третьем классе, когда мама отвела меня на кружок по английскому языку со словами: «У меня одна только просьба – учи английский язык». У меня как таковых прям склонностей к знанию какого-либо определенного предмета почему-то не было. То есть я как знаю хорошо математику, то есть алгебру, геометрию, физику. Также хорошо я знаю русский язык, литературу, английский. И другие предметы в целом у меня тоже очень даже неплохо идут, учитывая то, что у меня все пятерки стоят за год. Но как таковой страсти я прям к каким-то предметам не испытывала. Я подумала, что было бы клево выучить английский прям до совершенства, потому что почему нет? Вот. И если была бы такая возможность, если я достаточно умная, чтобы поступить на грант, я бы, скорее всего, хотела бы поступить за границу в какую-нибудь англоязычную страну. На кого? А я склоняюсь к двум вариантам. Либо на лингвиста, либо на психолога. Вот. Потому что я считаю, что за границей обучение психолога очень хорошее. А на лингвиста, почему не в России? Потому что, когда ты обучаешься лингвистике в другой стране, ты уже сам оказываешься в языковой среде. То есть ты подтягиваешься там в 1000 раз быстрее, чем если бы учился в России. Вот. И на лингвистике там будет не только английский язык, потому что, ну, понятное дело, что английский язык — это их родной язык, но и другие языки, которые мне тоже бы хотелось выучить. Документарды берерсің Елена Владимировнаға. А сейчас мы, наверное, ее увидим. Достар, хэд көрхэгэд Азалияның шумаданын Альберт баяғы көтерділер. Азалияға айткан бұла, ты че туда кирпичи столи наложила ты? Важатый жарайтылар автобусда бүтәхілі бірге бара, потому что автобусда, оказывается, балалар бір-бірімі танышалар, сөйләшәләр. Чтобы им потом легче там было адаптироваться. Hello. My name is Miljusha. Я только это знаю. Здравствуйте. Они думают, что раз дети разговаривают по-английски, мы тоже так говорим. Оказывается, Елена Владимировна Абзакова лагерь ойштырайка. Павловка лала ойштыра. А Павловка ты бірге яқынрак. Вы думали, Павловка барылыр. Но урын юк. Представляете, урын юк. Все, ты уезжаешь, прикинь. Пока. Документарды айттыгыз ба оңага? Ну, анам, Азалия. Азалия, документарды югалтып коймай, эме? Иштегің ме? Да куда я их дену, по-твоему? Офигеть. Короче, мына ошондай автобусна достар баралар. Абзаковага. Офигеть, онда как будто армияга удаталар мыне. Катар балалар күттө. Эй, пока, даже кара айланып та караманы. Эй, Алла. Ура! Смотри, смотри. Харагов, вы сразу хоналар, представляете, что балларын лагерға ебергендер. Такие радостные. Баллар анда грустные кеттелер, а родители радостные, представляете? Мен апат достар келдім, мана РГ клиника, өзімдің укольчиктарыма. Кстати, мана Рустам Робертович ішлеген уколдарды, куптар хорағандар, мен сізге советовать етмеймін. Бұл кімгәлер ярдам етті, кімгәлер ю. Мына моем случае мені ярдам етті. Как только менің экстренный случай билім нығы деп ауырта, а меня надо быть на ногах, мен Рустам Робертовичқа жүгірем. Ол на самом деле мені ярдам етті. Мен же врач түгел, сіздің случайыңызды білмеймін. Может быть, сізге ол уколдар ярдам етмеске. Поэтому, не, консультируйтесь, білігіз интервьюде. Бірінші тапқыр Рустам Робертович тұрғанда сөйлеп, сториста түсіріп қалғанын бетінде еді. Аны вообще көп кісі таныған. И, не, оказывается, ол әлік райондарда, Уфимский райында, мен еще әлі қайда главврач болып пішіп кеткен екен. И шул кісілер мені прямо отзывтарын көп қалдырды. Рустам Робертович, шундай хейбет врач, врач от Бога. Когда ол біздің районда ішлегенде, он организовал фельдшерские пункты. Благодаря ему қатындар, мамологтарды ауылда өттілер, шынан түрді специалистар ебәрейін еті, медикаменттар бар ең етіп. Прямо күш шул қатылым мақтап ялған, прямо мен ұсын көңілден аның ұсын қуандым. И қайвырадар даңжы ялғандар енді. Вот, не,
сволочь деп алгандар энди бизди таштап кетти деп а мен башта сволочь деген өзү окуганда мен айтам Насар Отзов мен айтам Алла Насар врач мекен деп коркуп кеттим менде ушунан соң деп алар бизди таштап кетти ушундай унан башка хебет врач буманы башка бизде деп ушулай деп киши язгас мен теге кубанып кеттим менде ысын көңүлден мына киши өзү мык кубанды менде. Как дела у вас? Отлично. Халатик у вас вообще зачетный. Да? Хоть кто-то оценил. А муж говорит, что за домашний халат надел? Узбекский. Короче, будем экспериментировать над башкирской домохозяйкой. Рустам Робертович хочет на мне эксперименты ставить какие-то свои. Выживет или нет? Не выкей его. Биоэнергетический массаж? А кто делает? У меня сейчас будет специалист приходить, там специальный аппарат такой мощный вообще. Мне она вчера приходила, делала классное вообще. Рустам Робертович, это килограмм 10 еще уберем ты, талию сделаем ты мне. Это. Ты уже будешь продавать свой этот БДСМ. БДСМ, ты уйдешь, БД. Купер минимум бренд одежды, БДСМ ты. Не для крупных, а для стройных. У меня и для стройных есть, и для крупных все есть, да. То есть технически никакого, скажем так, секрета нет, как делать эти колочки, укольчики. Просто надо знать, куда колоть. В этом весь секрет. Когда учился на втором курсе, я подрабатывал санитаром в психбольнице. И очень много пациентов, которые рассказывали такие небылицы. И про космос, и про то, что там они, это, Наполеоны. Там. Один мужчина был Алла Борисовна. То есть, когда у него случался приступ шизофрении, он становился Аллой Борисовной. И пел песни Пугачевой. Приехали на вызов, там тоже был один шизофреник. И мы заходим так, ну, с чемоданами. И раз так, летит топор. Раз. Рустам Робертович, а менің халатым құшамана. Ең қайдан алдың ты, киргизден алдың мүті. Бұл нема киргиздардың национальный халаты мүті. Оф, Аллаха, ең білін. О, блин, достар білхәгі, сразу же рахат болып қалды. Выбор огромный кирпистердің өте. Мы не можем определиться со светом. Мен хочу ұшындай красный почему-то, но мне ұшындай кирпиз ұқшай. А Альберт ұқшай ұшындай светлый. И как теперь будем решать? Какой брать? Красный ухшимаешь, Сергей? Ну, по-моему, тоже обматываю. Или светлый хочешь? Вот такой мейс, доктор, мы хотим. Вот такой красный вариант. Если он хадр, Альберт Курхата, у меня белый, коричневый манный. Ну, был обычный, у меня свара. У меня был хара, у меня коричневый. Дешевый, который по 4. Вот. И еще какой есть? Ну да, шур сары инде мене. Куп кыш ятган инде. Бидим ауылда вообще мейсте 12-ге 20 мыңга сарылар. Хыз, что за хак тапкан хыгыз, 140 мыңга. Это алдай хыгыз деп. Нишеп мен кышын алда отырайым, достар. Ну, бидим мына какой мы хотим мейс, мына ошундай вариант, мына карагыз. Мына ошундай вариант, ошундай мейстер, баягы купмен фото көрсөттүм. Алар самый дешевый, 140 мың туралар, между прочим. Мына ошолай примерно бидим мейс болсок, мына ошолай, Алла берген, Алла берген. Ну, Яра, если хочешь, сделай свет. Давай на свой вкус сделай. У меня стейн, да, он летний кухня. Альберт, блядь, мне есть летний кухня, но есть тут. Ну, короче, не, по его плану, летний кухня, он хочет, ты кунах был ргала. И, не, шунда сразу я тебе вторга. Шунда с стейн, да, он. Чтобы я не ругалась, я сегодня пина, чтобы шунда биклен ее вторга. И еще поторга шунда. У меня есть материал где-то 50 мыңға бар баса. Может, 70. Пока что 50 мың деп қанайбыз біз, достар. И плюс работа еще, короче, ол мейс 200 мыңға бар баса. Ана ауылда вообще 20 мыңға істейдер мейстер шындай. Мен келіп шағында мотор кірпеңе шулай айттырып әлі 20 мыңға. Немеке көші қорқыта өрегіз. Мен айтам, бұлар что за машиналар бұнда энергия туралар. Аптырап кеттім, қалмығығыз. Что за грузовая машина? Че нам привезли? Это аллея Рос Кигандахтар. На Курдагадна. Аллея Рос. Садовый ландшафтный центр Кигандахтар. Абкигандар. Ага, стар. Мыналардын грузовой машиналары. И мына егет. Алак Курдагадрмана. Мина на Белагадрмана. Балтыр. Аны танышу рубрикахына алгайны. Мөт шу егетті мына водителді. Эй, бисәләр күп ялгандар да инде шул иргә инде. Шанты ада хурайм, бер 6 айдан осрашкасмы, мен бер кәләш таптыңмы дигән, хан тегә әйтә инде.
Ана юхта инде мен пока выбираю ты. Саған мандыргеш деген кешлер айтылан да, типа, ана, вообще ты расвел ты, күн хайн на свидан юрый ты. Бізін Диле садовод, мен садовод тайым давайым. На самом деле Диле ландшафтный дизайнер. Бына бүтін ағастар гүлдерді шу ұтыртқан бүтін сәлі. Кичерге бұй машина жылай. Китайца, да? Да, нифигасе, ты крутышка, молодец. Поздравляю, обмыть надо. Твоя новая машинка, ой, шляпта гангей валды. Как дела? Ух ты, какая красотка такая, в шляпе такая французская. Блин, я-то вообще куяшна. Я что-то куяшна. Ай, бында то куяш келіп суға, то пропадай. Ну, на кейсте. Алла, қай бұл итті еверме тираса айнан басы менің, тираса таптама. Юрігін шында, сәскелер арағында. Апет бұл иттеп кегендер, дұлықтар. Қарағын әлі. Ох ты, нифига себе, бұл ит іштерге кегенде. Артист, копай давай. Давай, копай уже. Давай, копай. Ол сәскелер тұрға еген. Амаға, сан кәлес алдығын ба, ек ба? Ек. Сумасли? Времени нету. Не врите! Мне рассказали, что говорю, хайдандығы. В Сочи ездил, пальмы сажал. Он приехал, некогда мне, много по командировке. Ему не до женщины, он пальмы сажает. Да, в этом году 9 стран проехал. Вот, представляете вы? Не мешай на гранду. Путешествовал, водопад Анхель посетил. О, короче, был... Самый высокий в мире. Бұл егітке кәрекмей біріндейді, қатын кәләш кәрекмей достар башқа рубрикаға қалмайым. Оланы үтті қосақтап, сетінде үріп тік ята ағастар ұлтыртып. Ағастар ұлтыртып, тік керей. О, қарағыз достар, что мне привезли? Блин, Диля, я так хотела вот это. Это как называется, Диля? Дюбин? Дюрин. Дюрин? Ергал келді, мен ергай ратам. О, нифига себе. Хейдәлі немелер әп келдің, Диля? Я, короче, климат салып келдім. Ульники. Альберт ағай мені әрлер, наверное. Я хочу куда-нибудь посадить, чтобы ней... Надо будет уға тегі опоры ішлерге, чтобы ол үрмелеп ұшайтып сеске ұрытып өткен енді. Это горная сосна тебе дала. Ана мында клумбыға өскен. Розалар, вот канадские, они зимующие, поэтому без укрытия перезимуют. Хин көрдің ма, Диля, мына мен уже матур деп қарап тұрам хинім сескелерінде айда. Хар, еще облегчим задачу, здесь полоть даже не надо будет. Да? Вот это мне нравится, чтобы не надо было полоть. Это вот красивая гортензия большая. Да, это пузыреплодник вот с красными листьями, чтобы чуть-чуть акцент был. Да, прикольненько. Вот это можно стричь, формировать шарики, там можно делать. Так, что еще? Вот. Это вот тоже канадская роза неухоженная. Ох, мне вот это нравится, Диле. Так он красивый такой, да. Получается, перли сорт Тарабар. Мы повыше, мы поменьше. Ага. На поменьше. Ней чубушник. Чубушник? Был махровый, кстати. Ага. Что это такое чубушник? Ней жасмин, эсейлер. Ну, у меня махровый вариант. Ага, махровый. Есть, получается, махровый, а есть такой тоже очень ароматный. Он тоже уровень поварла, когда утратает. Еще нужно старый клиент. Там черемуха. Черемуха. Эй, Балтагин, алмастырғап келдегенде. Почему ты, Диля, не проживается? Ты заметил, что это он только не проживается? Я думаю, может, чуть-чуть левее сделать не или правее. Не знаю. Анда, жул ағасырғана еще тігі, не закяға, не утатып кетті, аблепиха. Короче, достар, она ағасты көрәгеді, она хары болып тұра. Она шуны будет заменять. Уже второй год меняет она, шул урында не проживается, и все почему-то, какой-то бір странный урын мекен. Мына көрәгеді, мұшындай лур-лур устаптай ағастар, еще достар апкегендер. Вот. Ох ты, это что, это моя любимая рябина, вообще ротам рябина. А что она такая высокая-то? Это сортовая олейная тиватола. Ага, блинул. Муил, что ли? Да, и сортовой. В смысле, уже муил ваш, что ли? Сортовой муил. Тяме барма. Получается, не просто ты гаешель, а листья лармна туголь, а он будет с красными листьями и розовыми соцветиями цвести. Розовый сескавула. Нифига себе. Шуга урсабрга. Бұрын өдің табағанымды Диля, мен білмейім қайда бұнда қойырға вообще. Сейчас вот это все, достар. Бұдың ағастарды, гүлдарды, алла берға. Диля вес ұшында матур етіп, өді распределять етіп, білмейім ұшында қоям, қайда қоям, көрші ұтырды, алла берға. Айоқ, егіттер ұтырталар мұна. Так, егіттер, между, у вас среди вас нету холостых? У меня же есть рубрика, этот, знакомство. Не хотите жениться? Нет, да? У всех есть. А, у всех есть? Ну ладно, так. Решат Камильч холостый гамонит. Койдо. Эй, она, это манирует. Ягенде. Она был трахалдых бетин, дейнам ваше. Уга керек мей бисе. Уга она путешествует там, ага сутпы творит. Хин думаешь, я знаю, куда утратрала ванда она. Очень вкусно. Да, дай понюхай. Ух ты. Сыня можно. Крым ехеса. Гаван, гаван. Лавандовый гаван. Ха, точно шоу есть. Thank you.
мужиктар көп келгендер, достар. Аллаға шүкір, үйде менің запастарым бар ине. Мен всегда холодильник тұтам, аш бульон, запас тұтам енді еді. Чтобы мына қапылша егіттер келіп, ха, кішілер менің гіл ашарға болғын үсінінде. Короче, мына бешірдім әбиел көкейі. Шунан ху мына колбасаман сырдар келіп қойдым, достар. Шунан ху мына суплапша яры әтрак болған. Шунан ху мына егіттер попросили қуытарғансы ит. Нұға сыққандар походил бәрәңге мен ит бұндар тоже бульонда. Вот, так что Аллаға шүкір, біз ашарға бар. Көрсәт әлі көп екі мағалды. Бір пакет екі мағалған. Тышлаша, бармақты мұст электр барығы. Неме, хин әйтейін бит Азалия кеткес, әті алыр керек деп, вот хиңе уже әтәп кегендер. Я давно такой не ел. Суп, ма? Домашний. А ты? Это я только так умею готовить, между прочим. Наваристый. Мне хара бульоны. Смотри, какой бульон наваристый. Это устер и тен бешерыган, между прочим. Сейчас еле шевелится уже. Сейчас носом потянет. Видать, домашней едой давно не кормили. Вот бурды же. Суп же. Ты мне куна каюри не удалил? Да. Да. Там сей самый это. Йо, крахмат, крахмат. Туда он дал? А йо. Рада. Туда сразу была. Лиственницаның қарағы. Лиз ошайты қалып қоя. Шоп матур болған. Қарасасыны бар мерек. Теге покрупнее. И у него цвет, ну, тоже красивый. А бұл лиственницаны, это у лаврах сохраняется. Дольше сложь, но чуть мельче. Чуть-чуть может летать, шуға ана есчі гепрептурға тура келейін. А, яра, яра. Ақтарынан біз полисосик кетелер. Мұнау неме кеймінен. А бұл дейін. Аккумуляторная ветродуйка. Это аккумуляторная ветродуйка, доктор. Она уже лайкает эшке. Представляете, ма? Уже это... Дышит, тебе сдувать это все гора. Вот ты мне, мяме. Киньки на мяме мощный, ма, муруну. О, прикольный, да? Сколько стоит такое? А? Сколько стоит? Почти 11 тысяч батарейкой. Даже больше. Батарейка оригинал дороже. О, ничего, вся красота. У меня весь инструмент райоби. Райоби почти половина. И качок аккумуляторный. Кинь мандай, реклама шлеме. Инструмент нормальный. Инструмент нормальный. Реклама шлеме. О, что ткань-то натягивать. Ткань-то. Крепляйте тогда. Остынан карамно нацепать тогда. Мандай весь зарнекларды удалять тык, выравнивать тык. Потому что мандай уклоны драгины. Выравнивать ткань. Хадр мене. Шунда бордюрные ленты ларды. Получается, бордюрные ленты вкапываем. Эти ленты будут ограничивать будущий газон и цветники. Здесь также будет, получается, у нас ткань. Вот, тканью натянем, корой отцепим, а с этой стороны уже будет газончик. Вот это вот называется веник остроцветковый. Сорт Карл Форестер. Это очень красивое растение. Потом в сторисах, наверное, увидите. Это у нас разные сорта барбарисов. Именно вот этот называется неон. Очень красивый. Параллельно в одном кусту где-то 3-4 цвета присутствуют. Такие вот кустики классные. Это у нас гортензия. Здесь сорт фантом. Сейчас вот эти гортензии посмотрим.
Ошо гортензиялардын чуть-чуть нейлерин обрежем, скорее всего, потому что здесь очень много веток. Хотя, в принципе, достаточно. Сейчас мы их подкормим немножко. Вот этот хлорозит. Немножко получается необходим ферровит и хилат железа. Я думаю, может, вот сюда ее посадить, чтобы ее видно было. Мин, короче, достар, уйдемдин баксам да уйдем хуже тугельмен, честно говоря. Сын, мына диля келеле бетай. Ол мен отырткан айверлерді еще пересаживать та. Представляете, мына туяны анауында отыртып қойған да енді. Мына-мынауында келіп көсіріп қойғандар. Нете, некрасиво ты. И мына уйды создает енді. Ол бетті ландшафтный дизайнер. Диля айта, сәскелерді көміп қойғанын ты. Оказывается, ярамай сәскелерді көмірге, да? Надо, ну, ремонта картоф көмірге, а мында сәскелерді, наоборот, надо дейтірге. Это получается, наоборот, уже это күнейін алырға, соқыр үштерге, ама? Ну, совсем соқыр түгіл, олардың мені корневая шейка дышать должна. Оны уже это неткен сәген, япқан сәген, и оға тұн алуы қиын болған. Эйнен башейка. А я думала, көмірге надо. Чуть-чуть туина тоже, не, на 20 сантиметров ниже посадили, закопали, шуға, не, чуть-чуть ауыр. Минаға айттым, Альбетка терен раққаты. Он же меня не слушает, не мен әрдәше еще. В смысле, гер, наоборот, глубоко посадили. А, да? Альберта виноват, я не тебе буману. Лучше меня звоните. Ладно. Уйдет келеза, ладно. Еще приходите. Привозите побольше деревьев. Я вас вкусно накормлю. Тағын бірді шой аш бешіріп қойырмын, хэрге. Оқшаған, оқшатқандар менің ашымды, достар. Прямо қалай тәмні, біздің өбіне колестеролайды бешірмейдер, дегер бұшын, айте ма. Я так ради этого приезжаю, я ради этого и приезжаю. Мясо поесть, бармак. Давай, пока, Диля. Пока-пока. Газон утрата, он отпал. Подписчикам от Башкирской домохозяйки скидка, промокод 10%. Давай, денег, вот это коллеги, ты парах, на ходу это сыня паша, ведь ты ведь. 10% скидка, промокод Башкирская домохозяйка. На посадку чего? Деревьев всего, давай. На приобретение растений. Михайловка, строй участок 30, с 9 до 8 каждый день без выходных. На ходу, блин, реклама штабкать-то. Вы скиди пора, реклама штаб пора, доктор. Обращаться и ты, на Диляга обязательно. Вообще, хатар, пока. Хатар, шевыш, ты, блин, кырмыз, ахамак, доктор. Молодцы прямо.